Для настройки интеграции с транспортной компанией СДЭК в ТКС необходимо заключить договор и получить ключи интеграции. Для этого переходим на сайт sdek.ru, в верхнем меню находим пункт «Заключить договор», далее «Заполнить анкету». Заполняем все поля. Особое внимание уделяем полю «Интернет-магазин». Здесь выбираем «Да» и указываем адрес своего сайта. Только в этом случае вы сможете получить ключи интеграции. Отправьте анкету на подтверждение. После заключения договора вам предоставят логин и пароль от вашего личного кабинета. Чтобы получить ключи интеграции, необходимо отправить письмо на адрес integrator@sdek.ru. В тексте письма указываем номер вашего договора и следующий текст: «Прошу предоставить ключи интеграции». В ответном письме нам пришлют необходимые ключи. Полученные ключи используем в настройках интеграции в админ-панели ТКС. Для этого переходим в ТКС в раздел «Настройки», подраздел «Интеграции». Находим блок «Доставка», нажимаем на «Плюс» и добавляем новую интеграцию доставки. В открывшейся форме заполняем все поля. Отмечаем все типы ПВЗ и указываем город отправки, то есть откуда будут отправляться ваши посылки. Сохраняем настройки. После сохранения обязательно выбираем типы доставок, не забудьте указать лимит веса одной посылки. Для СДЭКа это число 30 кг. Вновь сохраняем изменения. Следом необходимо включить для сайта настроенные типы доставок. Для этого переходим в настройки «Доставка». «Доставка на сайте». Сортируем по типу. Включаем настроенные в интеграции СДЭК типы доставок. Проверим доставку на сайте. Для этого поместим любую продукцию в корзину.